Всем привет, друзья! Вы на канале Волчонок Гонри, и сегодня мы будем играть в Roblox Зону 51. Я ее не снимал, но я просто обожаю эту игру. Короче, у меня 998 киллов. Ну, типа там у нас считается, сколько ты убил монстров. И мне еще два монстра каких-то там убить, и у меня будет 1000, и мы получим за это бейдж. Я смотрел. Еще сегодня я хочу поиграть в мультиплеер. Ну, как вообще это мультиплеер, да? Но как бы в режим, где можно играть. Одну катку ты будешь играть за монстра, а другую катку ты будешь играть за игрока. Так, я знаю, где что здесь находится. Вообще, давай сейчас с тобой пойдем в канализацию, потому что там такая пушка очень классная есть. Слендера закроем, если его кто-то убьет. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас упадет сюда. Убрать. Вот здесь эта пушка. Очень классная штука. Мало того, что вот прицел очень классный. То есть я смотрю на вот эту красную точку, навожу, допустим, вот на вот на бочку. Вот я на нее навожу, и вот прям четко стреляет. Очень-очень нравится мне эта штука. Вообще игра в Roblox очень классная, потому что, ну как бы, вообще шутеры... шутеры, стрелялки я не люблю. Но вот прям эта игра мне доставляет удовольствие. Смотрите, ребят, я убью еще одного монстра и получу бейджик при вас. Это круто. Все, я одел броню. Я вам покажу, где еще есть одна пушечка. Сюда залазите. Если будет закрыто, вы находите красную карточку, она лежит снизу. Вот, я прицелом показываю. Идете там, там офис. Там берете карточку, сюда вставляете и получаете пушку. Тоже очень мощная, прицел есть. Конечно, не такой неудобный, как здесь, но стреляет тоже очень круто. Вот. Ух ты. Вот этот экранчик его очень мешает. Да, я получил бейдж 1000 убитых маньяков. Мародер. Такой бейджик классный. 1000 маньяков я уже убил. Это, кстати, мой новый аккаунт. Ну, как новый? Я его сделал, может, полгода назад. Нет, месяца 4 назад я сделал этот аккаунт. Играл в эту зону 51. Там был Слендермен. Играл в зону 51. Но вот 1000 киллов никогда не набивал. Это вот прям именно мой первый аккаунт, где я набил 1000 киллов. Это очень круто. Сейчас вам хочу показать секретку, но вообще для этого нужно найти пароль. Здорово. О, кто-то выпустил Соника. Да. Ах ты, тварь. Все, пойдем прокачивать пушку. Я специально тут поставил свой таймер видоса, чтобы я знал. А то я же его убираю и не вижу, сколько я уже там времени снимаю. Чтобы я не снимал 40 минут. Сейчас такой, типа, некий лайфхак. Просто, когда последнюю оружку там упаковываете, вы можете уходить, чтобы не тратить время. Она вам, видите, все равно вам ее отдадут. Вот здесь тоже есть пушка, но я ее брать не хочу. Мы с тобой скоро будем играть в тот режим, где, допустим, одну катку я буду монстром, другую катку я буду выжившим. И мне этот режим прям понравился, потому что... ну, как бы, монстры умные, а это интересно. Как бы сложно, а значит интересно.
спас чуваку жизнь. Еще мне нравится здесь персонаж Смайлдог. Он прям очень крутой. Да, на втором режиме, на котором мы будем играть, я мало убил выживших, когда играл за монстра, потому что в этот режим я вообще не играл и начал играть в него только сегодня. Мне очень понравилось. Решил записать видос. А где Смайлдог? Подох? Ух ты, пошел в жопу. Вот туда вот не прыгайте, вы умрете. Это же как бы кислота. Я не знаю, что это такое, но что-то смахивается на кислоту. И самый страшный персонаж в этой игре — это Рейк. Он спавнится вот здесь. Он такой жуткий. Он просто, когда тебя видит, просто прыгает тебе на лицо и царапает тебя. Джейсон. Я немножко приболел, поэтому немножко буду шмыгать носом. Да что ж вы боитесь? Прямо в жопу! Так, пойдем дальше. О, там Слендер. Ой, ой, ой. А у меня пушки нет. Че, рискнем? Побежали. Ай! Да блин, ну что ж вы делаете? Делайте, дайте мне. Ай! Я не думал, что он здесь. Ладно, давай прыгнем последний раз. Ой! Ой! Давай! Фух, я успел. Ой, там маньяк из фильма «Сияние». Пошел в жопу. Так, пойдем в канализацию. А потом мы будем играть в этот режимчик. Это будет очень круто. Вот этот листик меня иногда бесит, который высовывается. Постоянно его закрывать надо. Вот два этого чела выпустим. Смотри, фокус. Там эта бумажка. Капитан зомби. Вот эти бумажки не очень редкие. Это если ты... сильно много раз будешь убивать монстра, она выпадает редко. Я там, по-моему, Крика, вот этого челика не получал, по-моему, пришельца получал. Блин, я уже не помню. Робота я 100% получал из Слендермена, я получил вчера, пока играл. Выпустили Слендера. Больно. Две бумажки за сегодня, ребят. Разве это не круто? А вот этот Рейк. Ну привет, чувак. Как жизнь? Как жизнь? Нормально? Вот у меня тоже нормально. Привет. Ты не страшный. Что ты? Ногти когда стриг? Год назад? Чаки это такое, Чаки. Чаки не пугает вообще меня особо. Я слышу, там где-то робот бегает. Давай сходим, посмотрим. Оп. Ха, нету Слендера. Давай посмотрим на камерах, что там где происходит. Так, нам надо здесь закрыться, чтобы было безопасно. А, вот где Слендер, ах он тварь. Пойдем мы ему наваляем. Я его убил. Вот эта женщина, вы ее не бойтесь, она вам, видите, ничего не будет делать. Она вообще добрая вся такая. Я где-то слышу Джейсона. А, вот это он. Подстрелил. Опять спас одному чуваку жизнь. Эй, ты куда, не уходи. Видите, как бы вы в нее не стреляли, она вам не сделает просто ничего. И вот видите, она ничего вам не сделает. Экс. Ух ты.
Там какая-то битва? Давай, не вижу там ничего. Ну. Я не понимаю, что там происходит. Ай, блин, меня эта радиация начала намазать. Давай, убивай. Ладно, ребят, давайте перейдем к следующему режиму. Так, ребят, я вышел в главное меню. Закапал нос, наконец-то. Потому что у меня нос был заложен. Короче, нажимаем играть, режим убийцы. Просто офигенный режим. Ну, как видите, я стал зомби. Ну, если я не хочу стать зомби, я сделаю ресет. Хорошо, что он здесь работает. Я Чаки! Ах ты тварь! А ну стой! Ах ты говно! Давайте, ребята! Это кто так моих братанов? А ну стоять! Не-не-не! Иди сюда! Беги, беги! Ах ты! Тварь! Открывай, давай, братан! Пошли ему отомстим! Если повезет, потом за этого оленя поиграем. Ой, знал бы он, куда он идет! А, все, его уже убили. Ну ладно, пофиг. Не хочу играть за Чаки. Я хочу какого-то другого персонажа. Чаки медленный и скучный. Я буду Джеффом. Да блин. Дайте мне хоть что-то сделать. Что это за гуманоид, голова на ножках? Я зомби. Зомби отстой, потому что он очень медленный. О, наконец-то нормальный монстр. На-на-на-на-на. Так, тихо, у меня хп тратится. Оп, убили. Пошли искать следующего. Вот робот, он нормальный, потому что у него лазер, и робот более-менее быстрый. Кто как? Кто меня убил? Ладно, будем опять ждать новый монстр. О, ну вот этот монстр более-менее, потому что он на нас рыгает вот этим радиоактивным говном. Поэтому он более-менее нормальный. Он как и робот, лазером издалека атакует, но более медленный. Попался. Пошли, братан. Поможешь мне в грязных делах. А вот это обидно. Закроем им дверь. О, норм. А сейчас уже более-менее везет. Так, я путаюсь, где вход, а где выход. Пошли пстить. Стоять. Ай. Меня очень больно бьют. Чувак, убили. О, я же еще так могу. Я совсем забыл. Ой. Ладно, пусть меня убивает. В принципе, я уже знал, что мне конец придет. Ладно, там все равно 8 секунд остается, что мне делать. Посмотрим, кто кого там убивает. Все, я выживший. Наконец-то, я этого очень сильно ждал, потому что быть выжившим это супер. И теперь я буду их троллить. Ахахахаха. Так, ай, блин. То есть, получается, ты понял, ты монстр, а другие игроки. Потом вы меняетесь местами. Те, кто были людьми, стали монстрами. А кто был
человеком станет... А, кто был монстром, тот станет человеком. Так, посмотрим, кто тут у нас еще. Вот я там не вижу никого. Ну-ка там. Я слышу, кто-то кого-то где-то бьет. Где и кто? О, попался. Ой, там бабка Гренни. Пошла в жопу. Ах ты тварь, она дверь закрыла. Что такое? Массовое нападение какое-то. Вот этого пришельца надо уничтожить. А, фух, его уже уничтожили. Бабуля. Не лезь. Да, 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 я закрыл прямо у Слендермена. С другой стороны, тут дверь, там, где Слендермен, открыть нельзя. С другой стороны, ее нельзя открыть. Поэтому будет жить... Там еще этот пришелец. Вот слышишь, он где-то вот стреляет со своим ядом. Ай-яй-яй-яй, если бы я его сейчас не заметил. Ай-ай-ай, нет. Не убивай, пожалуйста. Хотя пошел в жопу, мне все равно. Что там было? Показалось. Здесь это что? Стрелочки. Я не знаю, куда их надо, если честно. Так, пойдем посмотрим. Ах ты, тут это... Чупакабра открыто. Сейчас мы его закроем. Появится, не откроется. Будет там сидеть. Пойдем сюда. Давай вообще броню возьмем. Чем мы тут сидим? Ну, открывай. Что сидишь? Ой, стоишь, пофиг. Так. Берем броньку, отлично оделась. Все, пошли. Давай по пути еще пушечку себе возьмем. Ну, на всякий случай. На 6 минут, в принципе, хватит, чтобы выжить. Ребят, я дошел до этой машины, чтобы прокачивать пушки. Отстрелялся там немножечко. Так. Эту еще прокачаем. Все, нормуль, пойдем. Пойдем дальше. Вот эта пушка убивает с первого раза. Но достаточно... Немножко неудобно из нее стрелять. Пошел в жопу Фредди Кьюбер. Ух ты! Они уворачиваются. Не успел. Ладно, пофиг. Посмотрим, что у нас здесь. Закроем. Так. Робота нету. А блин, что так не везет? О, вот моя добыча. О, слышу, слышу, где-то топает. Робот. Там кого-то... Вах, они твари. Пошли к игрокам. Здесь никого. О, Рейк! Как же, куда ты уходишь? Видишь, эта пушка с первого раза убивает. Она очень крутая.
Ой, ой, да ладно, да ладно. Не спеши. Зачем? Я не стрелял. Он иногда, в принципе, сам стреляет. Такой вот баг. Так, пойдем смотреть. Хочется монстров. На! Отомстить. Ах ты. Он прыгает, уворачивается. В принципе, так все делают. Ой. Так. О! О, кого я вижу? Дядя пришелец. Ой! Е, я в него попал. Ой-ой, дядя Рейк. Не спешите. Так. Ладно, что там, 6 секунд осталось. Все, мы победили. Однозначно. Я Слендер. Давай попробуем хоть кого-то убить. Ты не можешь исчезнуть сейчас. Слендер очень скучный, медленный. Почему я не могу исчезнуть? Ладно, пусть меня убивают. Ладно, ребят, вот такое было видео. Если вам понравилось, оценивайте. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.